А сейчас о происшествиях, которые случились в минувшие выходные. Невыполнение требований знака «Уступите дорогу» стало причиной аварии, случившейся на перекрестке улиц Героев Краснодона и Маяковского у Ангарского дома малютки. Женщина, управлявшая иномаркой, пренебрегая правилами движения, выехала на середину перекрестка. В это же время по главной дороге двигалась другая иномарка. В результате столкновения оба автомобиля получили значительные повреждения. Виновнице ДТП потребовалась помощь медиков. Ущерб от аварии около 250 тысяч рублей.